Как поет Фредди Меркьюри, it's finally happened. Наконец-то у нас случилось окончание нашего ремонта. Мы сделали маленькое усовершенствование, чтобы легко было ковыряться в обилии вещей женщине. Мы сделали подсветку светодиодную внутрь шкафа. То есть при открывании одной из дверей у нас зажигается светодиодная лента. Это срабатывает концевой выключатель, вмонтированный в стену. Легко искать наши рубашки, платья, которые здесь на плечиках висят. Сняли нужное, ненужное повесили. Уехало в сторону. Закрыли дверь. Надо что-нибудь с другой стороны найти. Также открываем, ищем. Светло, шкаф освещается. Внутри все хорошо. Закрыли, свет погас. Ну, а чтобы детей не привлекало это баловство, откатывание двери и свет загорается, взрослому достаточно выключить выключатель, тем самым снимаем питание с трансформатора запитки нашей светодиодной ленты, и свет не включается. Не надо искушать детей на баловство. Заказчик попросил обеспечить освещение внутри шкафа. Когда дверь открываешь, был свет внутри. Будем использовать светодиодную ленту. Светодиодная лента будет закреплена сверху. Ну так она выглядит некрасиво, когда шкаф откроешь. Будем использовать ПВХ уголок 10×10. Мы сначала приклеим уголок, а к нему уже зафиксируем, приклеим ленту. Тем самым более приятно будет смотреться визуально. Изменим направление освещения. То есть в глаза не будет светить, в основном будет светить в шкаф. Более эстетично это, скажем так, будет смотреться. Как нам ее запитать? У нас существует распаечная коробка, где присутствует земляной провод, фазный провод и нулевой провод. Перед установкой шкафа-купе мебельной фирмой я проложил кабель, ну, кусок провода, скажем так, от выключателя, который до этого включал освещение, то есть нашу люстру. Взял оттуда фазный провод, прокинул его сюда. Но любой провод будем брать из распайки нашей. Будет поставлен трансформатор, который преобразует 220 вольт переменного тока в 12 вольт постоянного тока, необходимый для работы светодиодной ленты. Будем использовать кабель и пропускать его наверх. Коль скоро у нас есть полки, как пропустить через полки? Перед монтажом шкафа я попросил мебельщиков, они в каждой полке в углу вырезали отверстие. И теперь я смело могу протягивать кабель через все полки. Таким образом. Но чтобы кабель как бы выглядел, один кабель, болтающийся в шкафу, выглядит некрасиво, хотя видите только вы, а не гости и прочие люди, находящиеся в помещении. Кабель спрячем, нарежем кусочки кабель-канала. Между каждыми полками вставим отрезки кабель-канала, и в нем пойдет наш кабель. Выведем его через крышу наверх. А что делать, если заранее этого не предусмотрено? Все решаем на ходу. Всегда есть выход из положения. Отмерили необходимой длины кабель-канал, требуемый. Берем болгарку, проверяем. Все поместится. Кабель-канал можно закрепить банально на точечно жидкими гвоздями или к стене шкафа, или к той стене. Для того, чтобы нам вытянуть кабель, вставить в то отверстие, протащить между крышей и потолком и вставить в это отверстие обратно, да? Мы сначала вставляем
кончик кабеля туда, коль скоро рукой мы сюда не дотягиваемся, используем так называемый кондуктор. Что такое кондуктор? Это кусок жесткой проволоки. Делаем крючок, которым мы будем ловить наш кабель, протянутый наверх, и вытаскивать сюда. Также этот кондуктор используется при протягивании кабелей в пустотелых конструкциях. Помогает. Иногда это приходится делать вдвоем. Не всегда это получается с первого раза. Приходится затратить какое-то время, пока поймаем. Чтобы облагородить все это, используем напиленные кусочки кабель-канала. Мажутся точечно жидкими гвоздями. Кабель отводится в сторону и приклеивается к мебельной конструкции. Далее кабель заправляется и закрывается заглушкой. Мы его пока сейчас не будем клеить, поскольку клиент попросил сделать заднюю стенку, чтобы не обои были, а из ДВП листочки приклеить к стене. Хотя вот для данного помещения нет смысла было мебельщикам делать самостоятельный шкаф. Коль скоро есть уже перегородка, можно было сделать две фальш-панельки по краям. Рельса для дверей шкафа-купе крепится к полу через ламинат и к потолку. Полки крепятся, соответственно, к стене при помощи уголков специальных. Все стойки также крепятся к стене, к полу, к потолку. Лишние трудозатраты, лишние затраты на материал, но заказчик всегда прав. Аналогичный шкаф-купе можно изготовить самому. Сейчас существует очень много в каждом городе мебельных производств. Мебельные производства, фирмы так называемые мебельные, оказывают услуги по продаже ламинированного ДСП. Раскрой осуществляют ДСП, то есть распил. Вы только предоставляете габаритные размеры вашей конструкции, какие полки желаете. Они вам все рассчитают на компьютере, распилят, поклеят кромку. Вам остается только насверлить отверстие и скрепить все это. Вы на этом можете сэкономить половину, ну скажем так, треть стоимости вашего изделия. Допустим, если шкаф стоит 30 тысяч, вы 10 тысяч сможете сэкономить. Наносим клей. Жидкие гвозди белого цвета, используя суперсильные, то, что осталось в процессе ремонта. Наносим клей на наш уголок точечно. Этот уголок у нас, как я рассказывал раньше, будет закрывать светодиодные ленты, чтобы при открывании створок шкафа-купе светодиодная лента не бросалась в глаза. Коль скоро участок уголка длинный, клеить, конечно, желательно двоим. Но можно и одному. Начинаем с одного края. Излишки клея, выступившие снаружи, удаляются при помощи лезвия, шпателя, щепочки, и используя white spirit, смачиваем кусочек ветоши white spiritом, предварительно убрав излишки клея. Уголок наш приклеен, который будет немножко скрывать светодиодную ленту. Светодиодная лента, питание 12 вольт на нее подается, соответственно, есть плюс, есть минус. Вот у нас два провода. Если мы ленту приклеим, нам неудобно будет рассмотреть маркировку плюс-минус. Я перед приклеением посмотрел, где плюсовой провод, пометил его, узлом завязал. Можно там за лентой, ну, на будущее, чтобы легче было знать, что куда припаивать. Светодиодная лента самоклеющая, то есть снимаем защитный слой. И просто приклеиваем к уголку вплотную.
Светодиодные ленты бывают разные. Влагозащищенные, то есть светодиоды сами покрыты примерным прозрачным покрытием. Бокового направления света, прямого. Цветные, с разными оттенками света. Светодиодная лента режется кратно 5 сантиметров участки и продается кратно 5 сантиметров. Ну, в любую консультацию по светодиодной ленте, ее подключению, вам объяснят продавцы-консультанты в любом магазине. Вот наша светодиодная лента приклеена. Прежде чем окончательно монтировать, подключать нашу светодиодную ленту к трансформатору, надо убедиться, работает ли она. Временно подключаем, минуя концевой выключатель. Концевой выключатель будем использовать, когда дверь шкафа-купе закрыта, лента, питание на ленту снято, то есть лента не горит. Дверь открыли, питание подается. Пока без него, просто напрямую соединяем временно с трансформатором, проверяем, работает наша светодиодная лента или нет. Работает. Теперь можно уже приступить к монтажу концевого выключателя. Но его мы сможем монтировать после того, как будет установлена дверь. Чтобы свет в глаза не светил, как-то скрыть нашу светодиодную ленту, одного уголка оказалось недостаточно. Есть вариант к этому уголку приклеить арочный уголок с маленькой полочкой. Тем самым мы как-то немножко более облагородим. Будет интереснее смотреться. Свет в глаза падать не будет, а освещение на полке от этого не уменьшится.